Краснодарский край вышел на 4-е место по сборам от налога для богатых. Федеральный бюджет России в 2023 году дополнительно получил 159,5 миллиарда рублей подоходного налога от увеличения ставки до 15% для граждан с доходами от 5 миллионов рублей, следует из статистики Федеральной налоговой службы. Данная сумма составляет 2,4% от общих сборов налога на доход физических лиц. Поступления выросли на 7% по сравнению с 2022 годом. Самые крупные суммы, как и ранее, пришли из Москвы, на которую приходится почти половина от всех поступлений, а также из Санкт-Петербурга и Московской области. На 4-е место вышел Краснодарский край, обогнавший Свердловскую область. А партнер сегодняшнего выпуска – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.